Дорогие наши друзья, а также просто поклонники нашего YouTube-канала. Сегодня рано утром на одном из российских сайтов была опубликована ужасная новость о том, что с российской телеведущей Ларисой Гузеевой случилась большая трагедия. Многие фанаты и поклонники Ларисы Гузеевой просто рыдают и звонят к нам в студию с просьбой узнать и рассказать все, что с ней случилось сегодня утром. Как оказалось, сегодня утром Лариса Гузеева пострадала в одном из спортивных центров, где она находилась. Она направилась туда со своей лучшей подругой для того, чтобы искупаться в бассейне. В один момент, когда она прыгнула с мостика в бассейн, ей стало плохо, и она потеряла сознание прямо в воде. Уже подруга начала кричать и позвала на помощь работников бассейна, которые достали из воды Ларису Гузееву. После чего была вызвана скорая помощь, и Лариса Гузеева была доставлена в одну из больниц города в тяжелом состоянии. Сейчас ей проводят обследование, за ней наблюдают лучшие врачи. Но пока ничего больше сказать нельзя, друзья. Информации очень мало, но мы следим за развитием событий. Как только нам что-то станет известно, мы сразу же об этом расскажем вам на нашем YouTube-канале. Поэтому подписывайтесь на наш канал, следите за нашими новостями и будьте всегда рядом.